могу только поаплодировать нашей власти, и серьезно, и несерьезно, что они так хитро натянули нос Западу. Они взяли и подсунули Западу то, что ему нравится. Именно согласно всем правилам толерантности они взяли ему и сунули лицо с ограниченными возможностями. И, конечно, украинская злоба и украинская глупость пересилила их толерантность. И, естественно, теперь нашу Юлю не пускают на Евровидение. Если вы хотите знать мое личное мнение о Евровидении, это, конечно, убого. Это все, это как конкурс красоты, организованный какими-нибудь цыганами и индийцами там на острове в Тихом океане. А туда вот ходят, и людей приучили смотреть эту дурь, как танцы на льду. Там есть такие слабости у народов всех стран, всей планеты. Смотреть всякую глупость до упада.